В другом случае наказание ждет самого полицейского. Вместо 30 тысяч взятки он получил 1 000 000 штрафа. Такое наказание назначил Октябрьский районный суд 33-летнему сотруднику ГИБДД. Предприимчивый автоинспектор шантажировал задержанного водителя, предлагая заплатить ему 30 тысяч рублей взамен на то, чтобы не был составлен протокол. Старший инспектор ДПС ГИБДД вымогал взятку у гражданина за несоставление протокола по части 1 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений. Да? То есть это управление водителем транспортного средства неалкогольного опьянения. Да? Потерпевший согласился передать деньги на следующий день, только пришел в назначенное место уже в сопровождении полиции. Теперь бывший сотрудник автоинспекции обязан выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей. К тому же в течение 2 лет он не имеет права занимать должности в государственных и правоохранительных структурах.